Дети бывают разные, наглые. Я сейчас буду кричать. Милые. Позвольте представиться, Вера. Взрослые. Давай я как будто бы возьму тебя в плен и посажу в башню. И всем одинаково хочется играть, пока лето не кончится. Фильм по рассказам Аркадия Аверченко «Невинные создания». 1 июня в 20:50. Премьера на русском «Иллюзионе».